есть палочки вкусные. Хочешь вафли? Пожалуйста, и мясо я тебе чуть-чуть положу. А что это у вас за тарелочки, а? Лунтик. Тарелочки с лунтиком? Да. А кто там еще нарисован, кроме лунтика? Нет. Гусеницы. Вупсик. А что, а кто еще? Кузя. У тебя Кузя? Лунтик. И Кузя. Вот. А ну покажите Кузя. Кузя, точно. А еще кто? А кто еще там? Дядя Шрек. Шрек. А еще? Дядя Шрек. Шрек. Баба Капа. Баба Капа. Пиявка, тетя. Пиявка. Тетя. Тетя Пиявка. Пискарь Иванович. Пискарь Иванович. И Лунтик. Еще Мила. Мила. Пчеленок. И пчеленок. Гусениц. И все завтракают вместе с вами. Да. Молодцы такие. А что ты завтракаешь, Дима? Что ты кушаешь? Расскажи. Рис. Рис. А еще? Кукурузу. Кукурузу. Вкусная? Да. Сладкая? Да. А еще что? Перец. Перец. Зеленый. Нет, это не зеленый перец. Это? Это фасоль стручковая. А у Василинки тоже тарелочка с лунтиком? Угу. А ну-ка, покажи, да. Покажи. Я ем мясо. Мясо. Ты вот такая вот тарелочка у нас со всеми героями мультфильма. Да. Лунтик. Однажды... Как начинается мультфильм, мультфильм, Дима? Однажды на Луне родился необычный малыш. И вот еще тарелочка с лунтиком, да? Ой. Тарелочка с лунтиком. Большая. А что у нас на большой тарелочке с лунтиком? Яички. Яички мама сварила. Дядя Шер. Дядя Шер. Дядя Шнюк. Дядя Шнюк. Лунтик. А еще кто? Лунтик. Лунтик. Бабочки. Бабочки даже. Мини бабочки. Дима, салатик будет? О. Салатик из пекинской капусты. Все, я запоил мясо. Хватит. А то я не увижу мясо. Мясо должен все съесть. Чтоб чистая тарелка была. Воспользуйся ситуацией и все съесть. А ну, где же тут? Рассказывай, что ты еще кушаешь? Салат. Салат? А из чего он сделан? Из кукурузы. А еще из чего? И с морковкой. Морковка, еще что там? Капуста, помидор. Что ты кушаешь, Василинка? Яйцо. Вкусно? Да. Тебе нравится яйцо? Вот в такой коробке приходит такой великолепный детский набор посуды с различными героями можно заказать. Мы себе выбрали на
набор посуды с лунтиком, потому что вас сейчас дети смотрят именно этот мультфильм. Что я могу сказать? Аппетит вырос как минимум вдвое. Этот интерес к этому мультфильму, его персонажам, потому что они тоже принимают участие в завтрак, даже находясь просто нарисованными на чашке или тарелке, разжигает аппетит. И теперь мы с удовольствием кушаем в тех количествах и ту пищу, о которой раньше даже думать не могли. Что ты пьешь, Дима? Какао. Вкусное? Да. А что у тебя там на чашечке? Кто там нарисован? Умник. А еще? Дядя Шлюк. И здесь тоже? На тарелке был дядя Шлюк. Вот такой комплект посуды. Уля, гусеницы, тетя Пиявка, дядя Шлюк, теленок, дядя Шлюк. Тарелка плоская, да? Это мисочка. И чашечка. И как мы видим, из коробки можно заказать различным набором персонажей. Из разных историй, сказок и фильмов. Кто там, Василин? Вупсель? Да, Вупсель. Вупсель? А вот пиявка. Пиявка, да? Тебе нравится она? Да. Из такой чашечки нравится пить? Да. Что пьет Василинка? Какао. Какао? Нравится тебе какао? Да.